30 детей находится на базе Республиканской клинической инфекционной больницы и еще 9 детей в Новокинежской участковой больнице, тоже учащиеся этой школы. Состояние 22 детей оценивается как ближе к удовлетворительному, то есть то лечение, которое было своевременно начато, оно дает свои результаты, дети идут на поправку. Остальные, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Все необходимые терапии проводятся. Достаточно быстро и оперативно был установлен возбудитель инфекции, это норовирусная инфекция. И мы где-то в течение, наверное, 15 часов уже смогли с помощью ПЦР-диагностики идентифицировать его, поэтому лечение абсолютно адекватно возбудителю и наблюдается положительная динамика. Вместе с тем, с учетом того, что это вирусная инфекция, в ближайшие 7 дней мы продолжим подворовые обходы для того, чтобы выявлять контактных взрослых детей и, соответственно, ограничить очаг распространения инфекции. Госпитализированных всего сколько? 41, там уже будет взрослых еще? Это контактные. Это контактные, 39 детей из этой школы и двое взрослых. Не тоже в Казани? В Казани.